Итак, что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение» от Михаила не только, это у нас, в общем-то, очередной подкаст понедельничный, который же будет под номером, если не ошибаюсь, 19, предыдущий подкаст был, в общем-то, 18, по-моему, да, ведь? По-моему, 18, да-да, 18 подкаст, в общем, да, 18 подкаст был 3 недели назад. И, в общем, как обычно, начинается очередной подкаст, записываю я через 3 недели. И, в общем, подводим итоги того, что прошло на моем канале за эти 3 недели. И начнем, как обычно, с статистики. Прошлый подкаст, по-моему, я что-то статистику пропустил. Не сказал, сколько подписчиков, сколько просмотров. В общем, у нас уже 4228 подписчиков. Был, по-моему, больше в прошлом подкасте-то, можно было заметить. Но, в общем-то, там после, сразу же через день после подкаста я заметил, что у меня там немножко YouTube подписчиков немножко уменьшил количество. Было 4300, по-моему, с чем-то, а стало потом 3900 с чем-то. Но это, как я там смотрел, в общем-то, у большинства, в общем-то, слэщиков такое случилось. Даже у популярных. Да, уже у Блэка, по-моему, у Блэка сколько там с подписчиков-то было снято. По-моему, где-то сколько там тысяч, по-моему, стали подписчиков. Я точно даже не помню уже. Но это как бы не важно, если просто там это, как я читал, там многие заметили, что подписчиков-то снимали просто из-за того, что эти подписчики были мертвые аккаунты, но это давно уже, как бы. То есть до этого они как бы действовали. Люди, в общем-то, люди как раз на этих аккаунтах тем самым что-то смотрели, видео какие-то потом, просто они стали мертвыми аккаунтами, то есть попросту бездействующими долгое время, поэтому, в общем-то, их убрали, как бы. Какие-то еще там аккаунты, что ли. Ну, в общем, это как бы не сильно важно для меня. Я говорил уже много раз, посмотрели видео, для меня важны больше. Когда люди смотрят видео, ставят лайки, комментируют. А подписчики как бы подписались, не подписались. Ну, это дело каждого. Кто как хочет, то, в общем, тот подписывается. Кому интересно, мои видео подпишутся. Кому не интересно, не подпишутся. Ну, ладно, в общем-то. Ну что ж, так-то. В общем, как обычно, начинаем, думаю, вторую новость. Какая у нас будет? Ну, как обычно, столько, какие прохождения у нас уже завершены. Окей, завершены за эти 3 недели. В прошлом подкасте я говорил, что я завершил прохождение какие Пенумбра Сумерки Древних. Мы прошли полностью. И тем самым прошли всю серию Пенумбру полностью. У меня тем самым получилось, по-моему, 5 серий в итоге этого прохождения. 4 серии уже выложены. Осталось выложить 5-ю финальную серию. И прохождение будет в итоге тоже закончено полностью. Завершено. Вот так вот. И после тем самым Пенобра серии, как говорил, мы будем проходить игру The Elvizin. С русской неофициальной озвучкой Тимураком, плюс к всему, на самом максимальном уровне сложности, который называется в этой игре Акуму. Я уже, по-моему, 2 серии уже записал The Elvizin. Что могу показать тем самым записанное видео. Так, где вот он мне заявил Elvizin. Вот они, 2 видео у меня записаны. Довольно большие получились. 41 минута. Ну, это нормальная серия бессмертия. Это же смертями получился. Там вырежу, получится нормальная серия. Это небольшая такая. Вот, заявил один, в итоге записал 2 серии. Это, в общем, прохождение будет потом после Пенобры выложено. Ну, точнее, после Пенобры как я там порядку укладываю-то. Начну укладывать Countdown Vampire, раз буду укладывать. Еще 3 серии. Потом уже заявил один, начну укладывать. Ну, в любом случае, прохождение только раз будет после Пенобры. А там уже после The Elvizin будет либо какая-то другая игра пройдена, в общем, там, в зависимости от голосования, которое я устроил в группе ВКонтакте. Вот поэтому. Пока что, в общем-то, как я заметил, уже, в общем-то, у нас уже стала лидировать другая игра. По-моему, в прошлый раз лидировала Silent Hill первая часть, если не ошибаюсь. В этот раз уже Clive Barker Undying. 7 голосов, в общем-то, за него. Silent Hill, первая часть, 4 голоса. За Outlast, ну, если не считать мой голос, я как раз проголосовал за Outlast, тоже я проголосовал, мой голос не считается, просто я голосовал, потому что, чтобы видеть другие голоса, которые там, другие люди будут ставить. А то так ты, конечно, не заметишь ничего, не увидишь, в общем-то, кто сколько проголосовал, если сам не проголосуешь. Вот, в общем-то, галочка об этом как раз и говорит, что я голосовал за Outlast, поэтому голос не считается, поэтому здесь всего 3 голоса за Outlast, так что она пока на третьем месте. То есть пока что, возможно, после The Elvizin мы будем проходить, в общем-то, все-таки Clive Barker Undying, плюс Джериха, Clive Barker Джериха, потом уже Silent Hill, первую часть, вообще всю серию Silent Hill, ну а потом уже после Silent Hill Outlast, вместе там с DLC, с Адамитерем, а потом, возможно, даже невозможно, а точно, пройдем еще и Outlast 2 часть, в том числе пройдем Outlast 2,
тоже пройдем. Когда она выйдет, в общем-то, игра. Я думаю, игра выйдет, по-моему, Outlast 2 это выйдет. В этом году, по-моему, да, ведь? Если не ошибаюсь. По-моему, как раз в этом году она выйдет, в общем-то. Так что, в общем, ждем прохождение этих игр после The Evil Within тоже. Так, вот так вот, такие у нас планы пока что. После The Evil Within, об этом я уже говорил немало раз в прошлых подкастах. Вот так вот. Так, что еще-то? Так, следующее прохождение, которое у нас было закончено, это, по-моему, говорил еще в прошлом подкасте, это Countdown Vampires, тоже прохождение закончено, полностью выложено. Вот так вот. 5 серий уже выложено, это только лишь половина, это только лишь половина прохождения. Останется еще выложить примерно 5 серий тоже. Это 6, 7, 8, 9 и 10 серии. После Countdown Vampires будем проходить уже игру, которая называется Vampire The Masquerade Bloodlines. Вот у меня уже установлена эта игра. Будем тоже как раз ее проходить. Тоже по тематике вампиров, в общем, тоже с этим связано, в общем-то. Думаю, стоит немножко продолжить. Там еще немало таких игр, в общем-то, можно пройти. В том числе Blood Rain, первая, вторая, в общем-то, и потом еще серию Legend of Kain, в том числе. Тоже, думаю, стоит пройти. Довольно-таки интересные игры все-таки. Вот, тоже будем потом проходить после уже окончания прохождения, в общем-то, Vampire The Masquerade Bloodlines. Плюс ко всему, у меня уже 3 серии там, это вампиры записаны. Уже, ну да, вот они 3 серии, это, ну да, как бы 3 серии. Одна первая, вторая серия и, в общем-то, третья. Два видео получилось. Вот так вот. Что еще там у меня записано? Так-то. Также записано полностью прохождение еще игры-то Resident Evil 4 полностью, там, в общем-то, и DLC, и DLC записано полностью, оба, и SNA игра в том числе. В скором времени тоже в будущем выложу обязательно. Вот, в общем-то, отдельно как раз здесь, плюс к всему, отдельно комментарий записывал программой Free Sound Recorder, поэтому я иногда бывал, поэтому у меня в одних сериях там звук, в общем-то, рассинхронизировался немножко от видео, отставал. Точнее, от видео. Немного. Даже, ну, в общем, даже нам, ну, нет, ну, бывало такое все-таки иногда в некоторых сериях. Но в последующих сериях такого точно не будет, там уже все, думаю, уверен, в общем, насчет этого. В общем-то, в следующей серии такого точно не будет, а синхронизация звука. Так, вот здесь, по-моему, DLC записанные, заняды, в общем-то, и другие пути, то есть, в будущем выложу. Здесь, по-моему, осталось примерно 3 серии выложить, точнее, 4, да, 3 серии осталось выложить. Точнее, обработать осталось, в общем-то, и выложить 3 серии. Сегодня, в общем-то, будет выложена серия очередная, по счету 16, по-моему, да, ведь? Вот глава, которую будем проходить, главу 5-2, потом еще это будет 17 серия выложена, 18 и 19 финальная серия, потом уже DLC другие пути, оно вместится всего в 7 серий, задание Ада, в общем, поместится всего в одну серию, там оно в виде получится, но DLC коротенько довольно, но интересно все-таки DLC, вот. Что еще, что было записано, в общем-то, за эти 3 недели? Эти прохождения были записаны за прошлые 3 недели, а за эти 3 недели было записано 2 прохождения, 2 игр. Это, во-первых, Resident Evil Code Veronica была полностью пройдена. Resident Evil Code Veronica. Так, где мне она? Вот она. Вот, в общем, все видео записаны данной игры от начала до конца. Значит, пока уже, конечно, уже не от начала уже, потому что 6 серий уже выложил. Так-то мне обстоять получилось, по-моему, в итоге-то получилось 14 видео, если не ошибаюсь. Наверное, да. Так-то 6 серий выложил, осталось выложить еще 8 серий. Это 7, 8, 9, 50, 11, 12, 13, 14, по-моему, так. Если не ошибаюсь, да. По-моему, 14 серий получилось в итоге. Также, в общем, на комментарии записывал также отдельно. Программа Free Sound Recorder. Ну, просто по-другому не записать там. Звук, в общем-то, нельзя регулировать. Никак не уменьшить. Уменьшить звук невозможно почему-то в игре. Поэтому приходилось записывать отдельные комментарии, там, отдельные программы, чтобы меня не заглушал, чтобы меня не заглушали звуки самой игры-то. Мои комментарии не заглушали, чтобы было слышно, в общем-то, нормально. Вот. Что сейчас записано полностью? Также записано полностью прохождение Resident Evil Gun Survival, пройдено тоже полностью. Так, вот она, Resident Evil Gun Survival, по-моему, записано. Прохождение, в общем-то, получилось в итоге, по-моему, не ошибаюсь, сколько серий-то. По-моему, 5 серий получилось, что ли, данного прохождения. Может, побольше, может, поменьше. Я уже не помню точно, сколько получилось-то. Плюс к всему, в игре там, конечно, не полная локализация. Там, в общем-то, ролики озвучены на русский язык. Имеется интерфейс русский, но вот тексты, записки, они не на русском, на английском. Поэтому я буду делать отдельно текстовый перевод, буду делать.
То есть буду переводить, в общем-то, чтобы вам было понятно, что там записка говорится. Все-таки сюжет игры тоже есть какой-то. Чтобы вам было понятно, что там происходило, в общем-то, в этой игре, чтобы сюжет понять, я буду там записки переводить на русский язык отдельно потом. Текстоперевод делать. Ну, плюс к всему, возможно, я озвучку сделаю. А как-то как, в общем-то, это было в Dead or Alive 5. Где-то я тоже ролики озвучивал на русский язык, пока там у меня русификатор не было. Не, пока я, в общем-то, русификатор не нашел. Там первая, вторая серия, там озвучил, в общем-то, ролики на русский язык. Своим голосом. Вот. Также буду делать в этой игре Gun Survival. Записки, в общем, будем переводить. Вот так вот. Также будем играть на харде. В общем, там проходил, в общем-то, игру на харде. Вот так вот. В общем, эти два прохождения у меня закончены. Полностью. Вот. Так. В общем, про аккаунт Дана Пирса сказал, что там будет дальше. Про Пенубрус Мегадрених, по-моему, тоже сказал. В будущем. Что еще там? Также, думаю, скажу еще, что у нас в будущем также проходим еще Биошок первую часть. Также укладываю, в общем, 11 серий уже выложено. Пока прохождение еще не закончено. У меня уже записана 12 серия тоже. В общем, в ближайшем будущем я выложу после Postal 2. После выкладывания второй серии. Postal 2. Вот, Биошок, в общем, одна серия записана. 12. Вот. После Биошока второго, первого, точнее. В общем, так, в общем, говорил, чтобы проходить что? Во-первых, будут проходить Биошок вторую часть потом. Потом DLC к Биошоку второму Минера Возден будем проходить. Потом пройдем DLC к Биошоку Инфинит. Бурил от Сида эпизода. Но думаю, эти DLC я пройду попозже, конечно, когда выйдет озвучка к этим DLC от CG Info. Русская озвучка. У них, в общем, получилась отличная озвучка. К Биошоку Инфинит получилась просто отличная озвучка у них. Мне очень сильно понравилось, потому что когда я проходил Биошок Инфинит, в общем, с их не русской озвучкой, мне очень сильно понравилось. И поэтому жду, в общем-то, от них озвучку к этой DLC. Поэтому пока не буду проходить, наверное, DLC это. Даже если, конечно, мы... Так что после Биошок 1 я пройду... После Биошок 1 я DLC пока проходить не буду, Буря LC, пока не буду проходить, потому что пока нет озвучки русской. Все-таки русская озвучка все-таки для этой игры очень важна, потому что читать субтитры, конечно, не очень удобно, чтобы понять сюжет. А мне хочется понять все-таки сюжет полностью. С первого прохождения. Сразу. Ну, постараться хотя бы. Потому что, ну, не хочу просто... Если не очень проходить, в общем-то, игру, не поняв сюжет. Чтобы было более, чтобы было проще тем самым понять сюжет тем самым в этой игре, чтобы было проще. Поэтому я дожусь, в общем-то, русской озвучки. Выхода русской озвучки от CG Info. Конечно, не знаю, скоро выйдет ли она. Ну, будем ждать, в общем-то. Пройду пока что Биошок 2, после первого Биошока, когда закончу прохождение, то также пройдем Минерва с Дэн дополнение. В общем, вот так все будет. Потом уже Борил все. Если, конечно, озвучка выйдет. Если пока не выйдет, то будем ждать просто. После Биошока пройдем... Все серии после Биошока, все серии пройдем обязательно всю серию Half-Life. То есть там первую часть Half-Life пройдем, потом пройдем блок Мессу. В общем-то, это Half-Life, это первая часть Half-Life, которая, в общем, была переделана на движок второй части Half-Life. Потом пройдем, в общем-то, Opposing Force Half-Life, первую часть, потом, в общем, такое, по-моему, дополнение какое-то. Потом пройдем, в общем, дополнение к первой части, которая называется, по-моему, Blue Shift. Потом пойдем вторую часть Half-Life, потом пройдем эпизоды ко второй части, первый, второй эпизоды Half-Life 2. Потом пойдем Half-Life 2, как там называется, Lost Coast, по-моему, не просили тоже пройти. Какое там дополнение, в общем-то, к этой Half-Life 2, ко второй части Half-Life 2. Ко второй части Half-Life. Вот так, в общем, такие у нас будут прохождения после серии Биошока, все серии Half-Life, в общем-то. То, что это ожидать в будущем. Что дальше, конечно, после серии Half-Life, пока я, в общем-то, я не знаю. Это пока тоже неизвестно. Будем думать, что там дальше после Half-Life серии будем проходить. Можете тем самым писать в комментариях, какие игры стоит пройти после серии Half-Life. Half-Life. Ну что ж, так, что еще? Также проходим Postal 2. Это, в общем-то, у нас будет тоже прохождение, в общем-то, на максимальном уровне сложности. Вот, в общем-то, я группу уже прохожу. Первую серию выложил, вторую серию, в общем, записал и тоже выложу. А после Postal 2 будем проходить что? После 2 будем проходить, в общем-то, DLC к ней, по-моему, какие-то дополнения, в общем, к ней есть, которые мне тоже писали, в общем, чтобы я прошел их. Как еще мне не называется. Сейчас посмотрю, в общем-то, в своих планах. Нет, там написано, по-моему. Как они называются. А, вот они. Postal 2 Апокалипсис Викенд и Postal 2 Что поржет. Вот они, эти два дополнения, в общем, мы их тоже пройдем. Потом, думаю, даже пройдем, возможно, и Postal 2 Paradise Lost, который тоже, по-моему, какой-то DLC есть. Дополнение такое есть, по-моему, да? Или как он называется, Тегарта? К Postal 2, в общем, части. Потом пройдем, в том числе, и Postal 1, думаю, тоже пройдем обязательно.
Вот. А после постилась всей серии пройдем, тогда прохождение сделаем по игре Wolfenstein The New Order, это точно. Продолжим серию Wolfenstein проходить. Пройдем Wolfenstein The New Order, пойдем Wolfenstein The Old Blood. Вот так вот. А что там дальше? Ну а там дальше после Wolfenstein пройдем, думаю, туда еще и Necrovision еще можно пройти. Тоже довольно такая интересная игрушка. Necrovision, по-моему, их даже в общем, две игры такие есть. Necrovision просто. И, по-моему, еще Necrovision Lost Company, если не ошибаюсь. Вот, может, как раз тоже их пройти будет в будущем. Тоже. Вот так вот. Так, дальше что у нас еще там? Дальше прохождение мы укладывали, по-моему, еще и какой игры-то. Так, ну-ка, Hitman Absolution. Выкладываем. У меня еще две серии записаны, я потом в будущем их выложу. После прохождения Hitman Absolution, которое пока еще не закончено, оно будет закончено, конечно, если в будущем, то пройдем после нее. Какие игры? После Hitman Absolution пройдем, в общем-то, игру Sniper Elite 3 часть. Это точно. Меня просили об этом ее пройти на самом максимальном уровне сложности. Потом пройдем игру после Hitman, после этого Sniper Elite 3 части пройдем Doom 3 на кошмаре. И основную игру. И DLC Resurrection of Evil. И в том числе Lost Mission DLC. А что, интересно, появился, в общем, появился повод этим самым пройти этот DLC Lost Mission, еще раз. И в общем, какой-то повод. К игре. В общем, появилась русская озвучка, как к этой игре. К этому DLC, точнее, появился, в общем, появилась русская озвучка. Довольно неожиданно, я помню. Так-то, в общем-то, DLC Lost Mission, оно на английском только лишь. Русской озвучки им нету, есть только текстовый перевод. От какой там студии, в общем-то, это неофициальные. От фанатов, ну, просто от любителей. В общем, локализации неофициально делать. Вот, а там, в общем-то, эту, в общем, русификацию можно найти на zoneofgames.ru сайте. И вот, неожиданно, в общем, неожиданно появилась своя озвучка. Lost Mission DLC, которая была изначально на английском. В общем-то, от студии, по-моему, этой творческой дуэта от Netter Steel по-моему, появился-то. Они, по-моему, сделали в итоге эту озвучку. Тем самым можно будет опробовать, в общем-то, озвучку, поиграть с ней. Да, на DLC пройти. Будет, думаю, довольно интересно все-таки. Так где-то. Если что, просто. А вот там Doom 3, да. Они как раз озвучку сделали, в общем, к этому DLC. Конечно, это хорошая новость довольно. Все-таки неохота проходить, в общем, DLC было. Я, по-моему, когда в прошлый раз проходил DLC, вообще ничего не понял, в общем-то, в плане сюжета там. Никакие, в общем, ролики не слушал, ничего. В общем, что я как бы не очень хорошо знаю английский. И, в общем-то, если только перевести, могу после уже. В общем, после записи там. Когда там все воспользуюсь, в общем, когда воспользуюсь этим переводчиком и так далее. В интернете, пусть буду искать перевод-то. Так-то, конечно, я сам не очень хорошо перевожу, поэтому, конечно, это хорошая такая новость все-таки, чтобы они сделали, в общем, локализацию этого DLC Lost Mission, да. Тем самым будет возможность пройти, в общем-то, полностью всю игру на русском языке, на полностью русской озвучкой, это, конечно, очень офигенно. И Doom оригинальный третий, и Lost Mi и DLC Resurrection of Evil, и дополнительный DLC, это Lost Mission в том числе. Так что, в общем, ждем прохождения, ждите, в общем-то, после Sniper Elite третьей части. А после Doom уже третьего Doom пройду, тем самым уже сделал прохождение дальше там. По планам-то у меня это серия Hitman полностью. Полностью серия Hitman. То есть Hitman там Bloodmania, Hitman Codename 47. То есть все там старые части пройдем. Вот так вот пока что. Новый, конечно, новый Hitman, конечно, который вышел в этом году, или в каком году он вышел-то, эпизодами-то. Но пока что я проходить ее не буду, потому что надо будет еще Юку, но я думаю, ее еще для этого нужно все-таки купить, эту игру, пока нет такой возможности. Потому что так ее не все-таки не пройдешь. Не знаю. В общем, думаю, знаете, по какой причине там. Все-таки, ну, и пока что нет такой возможности пройти ее. Да, мне кажется, неизвестно мне, пока она еще пойдет мне эта игра. Надо бы попробовать еще ее попробовать запустить, не знаю, проверить. Ну, конечно, еще далеко до этого. Но все равно, в общем, пока что такие вот планы. После, в общем-то, прохождения Hitman Absolution, что будет. Снайпер Elite 3 часть, потом, в том числе, Doom 3 со всеми DLC. На кошмаре, на самом максимальном уровне сложности. Ну и потом, после этого игры серии Hitman, то есть, в общем, старые части там, Hitman Bloodmania, Hitman Codename 47 и так далее. Сколько там, в общем-то, игр-то вышло, уж не помню. Потом, после этого серия Splinter Cell пройдем полностью, потом серию Sniper Elite тоже пройдем все полностью, там и в первую, вторую части. И потом пройдем серию, думаю, серию пройдем потом, после всего этого, и в том числе Metal Gear Solid тоже пройдем обязательно. И первую часть, и вторую часть пройдем, и третью, и даже, возможно, пятую. Пятую, думаю, можно попробовать пройти, пятую часть-то. Вместе с DLC к ней, Ground Zeroes
Четвертая, пока четвертая непонятно, потому что четвертая вышла на консоли, все-таки на PlayStation 3, Xbox Series 60. Это пока такой вот возможности у меня нету пройти данную игру-то. Но я думаю, окей, сможем пройти игры данной серии, так и сможем пройти, так и пройдем. Обязательно. В любом случае, и первую Metal Gear Solid, и вторую Metal Gear Solid, третью Metal Gear Solid, и четвертую, и пятую, в том числе, с DLC Ground Zero, в общем, все это будет пройдено тоже. После, в общем-то, всех этих серий, после Splinter Cell, Hitman, Sniper Elite, там остальных частей, ну, в общем, так все будет. Такие планы у нас пока что. Что еще там? А, Сталкер на Рунную Заренку прохожу тоже, модификацию. Сталкер Тень Чернобыля, на Рунную Заренку проходим, плюс Объединяющий Пак 2. А после этой модификации я буду проходить тем самым, какую игру-то. Буду проходить, в том числе, игру. Другие модификации будем проходить, в том числе, также. Это и Обреченный Город пройдем, потом Тайный Троп во второй части, и Сталкер Чистое Небо, Воля Наемника пройдем, в том числе, модификацию к Сталкеру Чистое Небо. Вот, что еще пройдем-то? Ну, там дальше, пока что не знаю, какие еще модификации проходить, можете об этом писать в комментариях. У меня, по-моему, там полно списка всяких модификаций-то есть. По-моему, не писали, по-моему, уже какие модификации проходить еще. По-моему, еще этот писали. Lost Oblivion ремейк, по-моему, проходить еще можно было, пройти можно. Мне об этом модификации тоже писали, по-моему. В какой-то теме, там, в моей группе ВКонтакте, что можно, в общем, советовали как раз пройти эту игру. Oblivion Lost Remake. Тоже, думаю, пройдем потом. Что-то наподобие Lost Alpha, по-моему. Что-то наподобие, по-моему, Lost Alpha. Там данная модификация, Oblivion Lost Remake. Что-то очень более старое, более ранней версии Сталкера. Да, вот, думаю, тоже будет посмотреть. Интересно все-таки, что. Интересно, так что это модификация такая. Это за такая вот. Что у меня не такого. Ожидается нас. Ну, в общем, пройдем в будущем обязательно данной модификации. Обреченный город, Тайный Труп, вторую часть. Oblivion Lost Remake. Воля наемника, Сладкое чисто небо. Ну и так далее. Другие модификации в том числе. Обязательно. В любом случае. Но это после пока что Сталкера Народной Солянки пройдем. Пока что будем проходить только что Народную Солянку, потому что она такая довольно большая модификация. Проходить очень долго придется, так что другие модификации начинать пока, думаю, не стоит. Пока с ней лучше разобраться. Вот. Что еще там проходим? Resident Evil, конечно же, да. Плюс к всему я скажу то, что после серии Resident Evil я намерен проходить. После того, как пройду все номерные части Resident Evil, основные части, когда пройдем. То есть, когда пройдем четвертую Resident Evil, третью Resident Evil, вторую, первую, ремейк первой части Zero. Когда все эти игры пройдем из серии Resident Evil, основные все части, когда пройдем, то будем проходить серию Call of Duty полностью. Начиная с самой первой части по последнюю. Ну, точнее, конечно, по последнюю не получится, возможно, мне там компьютер, наверное, не потянет. Но, в общем, какие возможности пройдем, в общем, игры серии Call of Duty. Вот так вот. А после уже серии Call of Duty пройдем всю серию Battlefield. Ну, точнее, не всю, конечно, там некоторые части, которые смогу пройти. Которые, в общем-то, есть там сюжетные кампании. В общем, где... Которые, в общем, на ПК есть в том числе. Вот. То есть, какие, в общем, игры пройдем там? Серия Call of Duty, в общем-то, это первая часть Call of Duty, вторая в Call of Duty. А United Offensive дополнение к первой части, потом третья Call of Duty, там на каком-то эмуляторе можно пройти, это как консоль какой-то. Помню, от Wii, что ли, или от PlayStation какой-то. Я точно не помню, но пройти можно будет. Потом Modern Warfare первая часть, потом World of War, потом, в общем-то, Modern Warfare вторую часть, потом Black Ops первую, Modern Warfare третью, Black Ops вторую. Ghost, Advanced Warfare, ну, думаете, тоже можем пройти, думаю, в любом случае. Я тогда пробовал Advanced Warfare запускать. Игра запускается, конечно, думаю, сможем пройти, может, получится. Ghost, думаю, тоже, может, получится. Чё-то знает, может, Микаб игра, кажется, она должна запуститься на моем компьютере. И то, что там требования, то, что там требования написали какие-то, нужно, в общем, 6 гигов какие-то оперативки. Да какого хрена 6 гигов оперативки нужно для такой игры? Там графика не такая прям уж и требовательная, чтобы там нужно было 6 гигов оперативки. Что это за бред какой-то, я считаю. По крайней мере, я в общем, и смотрел, там графика такая прям, что мне игра должна пойти в любом случае. Даже, наверное, максималках. Ведь там они там что-то наделали нарочно, чтобы игра шла только лишь на этих... На компьютерах 6 гигами оперативки, конечно, это... 6 гигами оперативки, чтобы шла только лишь на компьютерах. Но это уж, конечно, бред полный. Мне кажется, она должна мне идти. Ну, хотя бы, по крайней мере, Call of Duty Ghost точно должна идти. Хотя Advanced Warfare, то есть, запускал, так-то она... запускается все-таки. Так что и ГОС должна запустить в любом случае. По крайней мере, уж точно должна. Там графика, потому что не такая прям уж требовательная. Как я заметил по роликам. Да и, да, не очень прям сильная уж графонистая.
Да мне всегда, мне всегда вот Call of Duty нравилась графика. Мне вот всегда в Call of Duty нравилась графика. Я даже не какой-то не графодрочу, чтобы мне хочется графику труда. Нет. Мне старые игры нравятся. В общем, мне кажется, у них отличная графика в старых играх. Там, например, тоже Far Cry 1 хорошая графика, хорошая графика. Я прям к ней никогда не любил придираться к графике. Как в играх-то. Мне всегда казалось, что это вещь второстепенная, что-то не такая прям сильно важная. Самое главное, чтобы все это выглядело красиво довольно. А как и там технологически или нет, ну, не знаю. Ну ладно, в общем-то, так-то. А после всего, в общем, также после того, как пройду я ответвление, также прохожу просто плюс к всему я к этим, не только прохожу основные части серии Resident Evil, но прохожу еще и ответвление, дополнение, в общем-то, к основным играм. Это, например, Code Veronica прохожу пока что, потом серию, еще также потом пройдем и Gun Survival, и Umbrella Chronicles, и Darksiders Chronicles, и что там еще, и Gaiden, и Outbreak, и Operation Raccoon City, и эту как там, Dead Island пройдем в том числе. Вот после того, как мы пройдем все основные, после того, как мы пройдем все ответвления, дополнения, в общем, к серии Resident Evil, то после этого мы будем проходить уже серию Medal of Honor полностью. То есть, начиная с самой первой игры по последнюю, там, по Warfighter. Пройдем, в общем-то, тоже. Обязательно. Это точно тоже у меня в общем, моих планах так-то намечается проходить, в общем-то, всю серию Medal of Honor. А после уже серии Medal of Honor, пока что я даже не знаю, что проходить еще там можно, какой еще серии игр. Ну, в общем, пройдем потом, разберемся, думаю. Пока я даже дальше-то не думал пока, что проходить. Потом еще подумаем так-то. Так, что еще? Также мы проходим еще ведь игры, это Far Cry первые. Да, начали проходить на самом максимальном уровне сложности. Тоже пройдем, еще после нее пройдем, после первого Far Cry пройдем вторую Far Cry, потом пройдем третий Far Cry. После третьей Far Cry пройдем Far Cry 3 Blood Dragon дополнение. Ностальгическое, там, по старым фильмам 90-х. Вообще такое, в общем, крутое дополнение, в общем, думаю, то, что пройти. Пройдем тоже, в общем-то, после Far Cry 3 основной игры. Вот, ну там же, думаю, пройдем, там дальше, думаю, пройдем, в том числе, наверное, Far Cry 4 тоже мне, возможно, пойдет. Ну, посмотрим это, как получится. Значит, что Far Cry 4 пока даже не знаю, что там, пойду ли я во Far Cry 4 или нет. Получится ли его пройти. Ну, сейчас посмотрим. Также проходим Ведьмак 2, начали проходить на Безумном, точнее, начал записывать. В скором времени выложу новую серию. Первую серию в скором времени выложу. Там у меня уже серии записаны есть. Две. По Ведьмаку второму. Так, где у меня Ведьмак-то? Вот он. Три серии, в общем, две серии записаны уже. Ведьмака второго на Безумном, на самом максимальном. Вот. В скором времени выложу. И после Ведьмака 2, ну что ж, пока неизвестно, что будет проходить, потому что Ведьмак 3 все-таки тоже требовательный довольно, и неизвестно, пойдет ли он меня вообще, Ведьмак 3-то. Может, конечно, пойдет неожиданно, черт его знает. Потому что за Evil Within у меня пошел все-таки. Игра у меня работает так-то. Я уже две серии записал. Не знаю, в общем, посмотрим, пока что же, пока неизвестно. Насчет этого. Если, конечно, не пойдет, то будем записывать тогда чем-то другое. Например, какую-нибудь, не знаю, другую игру пройдем. В общем, другую RPG пройдем. Ну, сейчас посмотрим пока. Что еще проходим? Ксенос проходим. Ну, Ксенос, после Ксеноса тоже пока здесь, чтобы проходить. После Ксеноса 1 пройду Ксенос 2. Обязательно потом пройдем Предтечи игру тоже от тех же разработчиков, которые разработали Ксенос 1, 2 часть. Также потом пройдем, думаю, еще какую еще игру. Ну, пока, а там дальше пока уже не знаю. В общем, пока такие планы. Вот. У меня насчет прохождения, какие планы, в общем-то. Шум проходим в итоге, что выкладываем. Вот такие прохождения выкладываем. Что будет в планах, в общем, что будет в планах, что будет в будущем. Я сказал, в общем-то, намечается. Что намечается. Вот. Ну, также будем не забывать по другие прохождения. Также я выкладывать начал. Причем также продолжил выкладывать рубрики. Вчера, в общем-то, выложил рубрику мультиплеерной баталии по Counter-Circle Global Offensive. Новое видео, первое видео. Вот, потом по монстрам выложил новое видео. Вот. Тем самым буду теперь по воскресеньям выкладывать новое видео по этим рубрикам. И по мультиплеерным баталиям, и проверки на страх, и по ностальгии, и по, наверное, по этим, в общем, по будням игрового жвачка тоже будем. Начнем записывать. По этой рубрике видео тоже начну записывать, наверное. В будущем. Обязательно. В общем-то, так-то. Теперь каждое воскресенье ждите рубрики. Каждое воскресенье будут видео, в общем, видео по рубрикам будут выкладываться. Так. Ну, так вот у нас, в общем, такие у нас, в общем-то, планы. Такие, в общем, у нас новости. Плюс к всему, по-моему, там еще что-то у нас.
Ну, также по другие игры тоже не буду забывать, кто я там. Пока что не выкладываю это, что у нас там. Это у нас и Mass Effect, который пока немножко отдохнуть решил. Пока остановил прохождение. И Dying Light в том числе. Продолжим, обязательно пройдем. Что там еще пока я не укладываю-то. И GTA в том числе третий пройдем полностью. Нам будет игру, в общем-то, переустановить будет обязательно. И серию Сэм пройдем, запишу, в общем-то, в будущем серии, но постараюсь, конечно. Обязательно. И Fallout 3 это пройдем обязательно. Там мне, в общем-то, один подписчик, в общем-то, уже написал мне о решении проблемы, какую можно, в общем-то, и применить. В общем, совет написал, в общем, по моей проблеме. Думаю, постараюсь, в общем-то, исправить эту проблему, воспользоваться этим советом. Так что тоже, в будущем, пройдем эту игру обязательно. Вот так вот. Ну что еще? Saints Row the Kill тоже пройдем. Даже, возможно, в это, думаю, даже на этой неделе, мне кажется, я на этой неделе, в общем-то, наверное, получится как раз записать, в общем-то, первой серии кооперативного прохождения. То есть в будущем ожидается в будущем у нас кооперативное прохождение по игре Saints Row the Kill. Это точно. Вот, как раз, в общем-то, с подписчиком под ником Мастер будем записывать. В общем, на этой неделе, возможно, запишем. Надеюсь, получится. Надеюсь, в общем, на это. Потому что бывало не получалось все-таки. В общем, поэтому пока по этой игре мы будем записывать кооперативное прохождение будет по этой игре. Обязательно. Потом, возможно, да, возможно, конечно, по Saints Row 4, конечно, я пока не знаю даже. Не уверен. Посмотрим, в общем-то. Может даже по серии по Alpha Dead. Может даже по Alpha Dead вторую часть получится. Ну, вообще не знаю пока. Но Saints Row Херт-Херт, думаю, тоже точно запишу по кооперативному прохождению. Вот. Точно будет. Tomb Raider тоже потом в будущем да пройдем обязательно, пока не, в общем-то, не могу записать, в общем-то, не получается пока. Sonic Riders тоже запишем. Ну все, все прохождения я в любом случае пройду. В общем, да закончу обязательно. Не забуду про них. И GTA 4 тоже пройдем, в том числе и Проспект Упрессио 2. Что-то я прохождение не забываю, в общем, просто пока же не получается записать новую серию, не получается пока, нет возможности просто. Время, конечно, есть, но вот прохождений много просто, и пока нет такой возможности, в общем, чтобы записать. Все-таки надо много прохождений вкладывать, и все, в общем, постепенно будет. Все постепенно будет, в любом случае. Запишу, в общем-то, новую серию по серии Сэма, в общем-то, и по Tomb Raider, и там Sonic Riders запишу новую серию по GTA 3 запишу в будущем, и, в общем, продолжение, и так далее, в общем-то. В том числе туториал запишем тоже по бандикам, там, программе, которую хотел давно уже записать, но так никак не получается. Никак, в общем, не получается. Но этому запишу в будущем обязательно. Вот. Ну, так-то, в общем-то, все, по-моему. Все, что хотел сказать, я бы уже сказал, по-моему. Думаю, пока закончим на этом подкаст, этот наш очередной подкаст по номеру уже 19. Если вам видео понравится, то ставьте лайки, обязательно оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы, свои впечатления, свои пожелания, что будешь прохождение. Да пока что все. С вами был Михаил. Дорогие зрители и подписчики моего канала, в общем-то, всем увидимся. Увидимся в новых видео. Это пока что все. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.